Режем морковь. Режем лук. Режем картошку. Первый идет. Картошка. Лук, морковка. Соль. Паприка. Перец. Приправа. Приправа. Лаврушка. Майонез. Подсолнечное масло. Все это мешаем. Соль, перец, паприка, соевый соус. Берем в руках для запекания. Высокой. Сверху кладем ребра. С другой стороны также. Застежкой. Делаем несколько дырочек. Берем плату. И укладываем. Далее делаем температуру 200 градусов. И отправляем. Духовку на 40 минут. Вот такая тема у нас там. Потом мешочек этот порвем, чтобы зажарить до серебрышки. Будет очень вкусненько. Так, убираем наши ребрышки еще раз в духовку под гриль. Так, ребята, кульминационный момент. Вот так вот у нас. Получилось все отлично. Мягкие. Очень сочный сок. Картошечка. Разваривается все. Шикарно. Готовьте с нами. Готовьте вкусно. Готовьте вкуснее, чем мы. Сочно, очень сочно. Картошка даже. Смотрите, какая. Не сухая. Все нормально.